Так, а сейчас меня слышно? Тогда снова минус Анна, Кайлина Сайва на канале Ретро Шика. Мы продолжаем играть пока в Dark Souls. Видимо, из-за того, что я включила наушники, настройки микрофона резко слетели. Я это не учла. Спасибо. Так, ну что, поехали. Я думаю, мы сбегаем, наверное, до того демона бродячего, который остался в самой первой локации. Ну, чтобы уж наверняка там закончить. Это который толстый такой там внизу находится. Так, еще вопрос. Сейчас ничего не тормозит? Просто в прошлый раз у нас сразу началось с тормозов. Сложно, пока там будет. Лучше собери вещи, а там... Все, хорошо, поняла. Спасибо за совет. Вообще, по сути, надо бы, наверное, сходить и попробовать с кабанчиком сразиться. Я его немножечко боюсь. Вдруг за него дадут душ, неплохо.
Тихонечко, тихонечко, тихонечко идем. Ой! На кабанчика сверху прыгать. Хорошо, сейчас попробуем. Что ж ты опять со своим щитом? Я всесильно! Ну ты пока. Пока тут маленькие слабые мобы, я чувствую себя сильной такой. На самом деле это не так. Давай иди сюда. Сейчас мы сразу от помех избавимся, вот от этих. В виде всяких воинов. Ух ты! Ух ты! Осколок титанита. Ну не ёк, зайди сюда. Отлично, я рада, что ничего не тормозит. Опять ты хилишься. Просто на самом деле кто-то не очень опытный, и у меня была очень такая главная, наверное, ошибка. Это то, что у меня был включен просмотр на ОБС. Что такое DSFix? Фу! За два ударчика на только. И упал. Нет, не стоит. Падать на кабанчик. Хорошо, попробуем. Иди сюда. Ты, твои бочки мне мешают. Вот так вот. Теперь ты похоронен в своих бочках. А как на него сверху упасть, если он далеко стоит от для падения? Так. Ух ты, какой дерзкий! Я очень низко упала. А! Мама. Паника. Ты еще сюда можешь зайти? Не можешь? Ха-ха. В Бладборне был кабанчик, и тут кабанчик страшный. Я хочу этого солдата убить. Я его прям щекочу, по-моему, а не бью. Ой! Какой-то суровый. На мост.
Ой, тут много этих всяких опять. Вот опять я не так все делаю, ну ладно. Ай, со спины! Разве я тут на мост не поднимусь? Кто где стреляет? А вон ты где стреляешь? Ай. Тихо, не паникуй. Как я должна на него упасть? Привет. А, еще костюм. Как он умер? Он сгорел в костре? Что? Я помню, что там есть. О, да, я помню это. Да, там не только кабан на бивни насадил, там еще костер меня хорошо подпалил. Такой с разбегу, так с мечом своим, так ох, и не получилось. Ха-ха. Я не знала, что кабан может гореть. Тут вообще стоит открывать этот вот шорткат, вот эти ворота, или не стоит? Окей, сейчас откроем тогда. Ты меня еще не увидела, уже бежишь. Как прямо вот мой кот меня прям. Я еще на первом этаже, а он меня уже чувствует. И подбегает к дверям. Ай! Только кота я люблю, а тебя нет. Иди сюда.
сейчас меня прибьет. Ладно, откроем эти ворота. Спускайте сюда, стреляют они там. Сейчас я с вами разберусь. Его щит не может его спасти. Моих ударов. Сюда. Ну не бойся, ну иди, давай, ты с щитом. И с копьем. Давай, молодец, молодец. Иди, умничка мой. Мяу. Видишь, я вот ударила, давай теперь ты. Раскройся мне. Ну ладно. Где кабан? А все, кабана нет? А я думала, он снова и снова появляется, а его, оказывается, нет. Отлично. Опустите меня туда. Это было легко. Хи-хи. Так. Ой! Что это было? Кто рычал? Я аж испугалась, что это за рык был? Сказал Лору. Виверна за решеткой? Сейчас, подождите, мне надо это увидеть.
точно тут же. А тут костер, точно. Надо бы сюда попасть. Вспомнить бы как. Да, я поняла, что надо через виверну пробежать, и тогда костер этот вожечь. Я не помню просто, как туда попасть, на этот мост. Надо идти к птицу. Так, у нас есть 5000. Можно попробовать прокачаться немножечко. Хотя бы один статик. Продолжаем качать силу. Так, пойдемте попробуем к виверне попасть. Началось опять. Живи. А вам я жить не позволю. Двоих одним ударом. Все-таки интересный мир. Друг на друга так наложен. Слоями. Мир как тортик. Так, а лука у меня до сих пор нету. Надо так-то ей хвост отрубить. На это надо, получается, найти лук и много-много стрел. Где он может достать лук? Ох, он аж до сюда стреляет. Ох, не нравишься ты мне. Стрелок, иди сюда. Так вот, я хочу к торговцу сейчас пройти. А чё это мы пошли?
расслабились такие и пошли гулять дальше. Ха. Торговец. Oh, there you are. Still keeping your marbles on. Then go ahead. Never hurts to splurge when your days are numb. Все такие добрые. Да, не надо со мной расслабляться. Так, короткий лук есть и стрелы. Так, привет. О, как всегда, комплименты. Спасибо большое. Так, какие бы нам взять стрелы? Деревянная стрела, обычная стрела. Так. Я уже взяла длинные. Так, теперь у меня есть лук и стрелы. Отлично. Ол, привет, спасибо, что подключился. Так. Тем, кто только что подключился, ня от всей души. Так. Где я? Не у тебя одного. Я тоже много раз из нее выходила. Со словами «да ну нафиг». Так, я же купила стрелы. В чем дело? А, не туда смотрю. Так, стоп. Тут же у нас еще есть кто-то где-то. Кого надо убить? Есть. Ня! Иди сюда! Ня, давай! Ко мне! Ко мне! Молодец! Иди сюда! Иди сюда, не бойся! Да не от меня уходи, сюда иди! Тихо, сильно не кувыкаемся. Обманул, да, это уж точно. Чё хилится там? Они меня так злят, когда хилиться начинают, прям ужас. Так, вопрос, как мне попасть по этому хвосту? Почему в этой игре надо всем отрубать хвосты? Целиться-то как? Я забыла. О!
Он спустился, чтобы походить по мостику? Не достанет, но страшно так-то. Ай, мимо. Кончик прямо стоит? Хорошо. А сколько стрел, интересно, понадобится? Хватит ли моих 37 стрел? Не хватит, с учетом того, что я еще промахиваюсь. Да что ж такое-то? Как по кончику-то попадать? Боже. Ничего не видит мой эльфийский взор. Топором? Вот тут вот? Хорошо, сейчас попробую. Абатейлирус. Привет, спасибо, что подключился. Упасть бы. Ай. Я думаю, не светит мне. Я по нему не попаду тут. Мосту можно убить. Сейчас стрелы кончатся, попробуем мимо него нее пробежать. Вот охота ей подлетать все время на мост, там что-то за свои порядки наводить.
что ж ты? Не, мы это долго будем делать. Вспомнить бы, как подняться на сам мост. Сюда, да? Ты меня увидел. Вот и пощекотили. Как-то неловко получилось. Ну-ка, давай. Я больше душ получу, да. Злодейская виверна. Как это пробежать? Так, а тут заденет? Я думала, успею пробежать. Не успею. Фу, как страшно. В общем, ну его пока этот костер. Ну его ее хвост. Что началось-то? Я только пришла сюда. Начинаешь сразу подбегать и драться. Ты тоже давай иди сюда. Не упала. Так. Крысята. Еще одна должна быть. Отлично. Крысы нам не страшны. А, ну это я сюда же пришла. Отлично.
А сюда не поднималась. Воу! Вообще не ожидала. Подожди, я пила. Я пила, Эстус, подожди, не бей меня. А! Я не ожидала его здесь. Мамашу увидишь позже. Как он мне не нравится, что он там на краю стоит. Ну давай, иди сюда. Ой, упал. Ведь думает. А зачем строить перилы? Это же будет просто изи. Так. Я уже знаю, что ты меня тут ждешь. Прямо отлетела от его удара. А! Не! По жопке тебе. Блин, а! Да что ж ты? Угомонись. Не хочу, да ну нафиг. Он еще вниз, скажите, спустится сейчас. Не видно. Да-да-да. Он ушел к себе, да? Да? К себе ушел? А
ну давай иди в свою комнату наверх, чтобы я больше тебя не видела. Бессовестный ребенок. Потанцуем, потанцуем. Ой. Ай. Ау. Ау. Не, ну так же нельзя. Я за всю жизнь впервые вижу там черного этого рыцаря. Я знала в начальной локации, где он есть. Но то, что он еще тут на башне, не знала. Сюда. Хорошо, что топор бьет сквозь стены, а то я бы тут был, страдала бы очень там в узком таком месте. Сдастся он, конечно. Ну что, девица с башни? Господи, я еще и выжила. А! Еще интересней. Ты что такой бесстрашный, то что ты сюда решил упасть? Почему я хп потеряла, а он нет при падении? Это же нечестно. Почему ты не мог упасть за мной вниз, где лестница, потому что там место побольше побегать, а? Товарищ рыцарь, у меня к вам столько вопросов, а ответов никаких. Ай. Что-то тут дар сверху, а? Беги, беги! Нет, блин! Если бы он был чатом, возможно, способ бы и подействовал. Что чат бежит на мои милые призывания его.
Ой, я только надеюсь, что сейчас получится. Обидно, когда сносишь ему уже половину, он такой тебе на сверху просто удар. И шлем такой, а я тебя не защищаю нисколечки. Зачем? И ты огребаешься. Где? Иди сюда. О! Давай будем дружить. Давай дружить. Нет, я за тобой туда падать не буду. Дружба дружбой, но падай один. А! Ну-ка, толкает еще меня. Травит и толкает. Не та кнопка. О, человечность. Еще одна человечность. Крыски вы лучшие. С вас хотя бы человечность падает. Еще ты стал прыгать. Ты такой шустрый. Слов нету. О, Вектус, привет! Спасибо, что подключился. Да, в крысах человечности больше, чем в самих человеках. Вам нравится, когда мне страшно, плохо, да, и одиноко? Ах ты! Не-не-не! Я потом обязательно посмотрю. В смысле, замани его к костру? А, ты в этом плане? Давай попробуем. Он бы лучше бы с виверной бы сходил, бы сразился. Тут меня бьет. Как я зла на вас, на всех. Ну с тобой там неудобно драться, иди сюда. Почему от меня все отпрыгивают и в бездну? У нас тут уже был шашлык из кабанчика. Не. Иди сюда. Чтобы заманить его к костру, надо всех там
изничтожить. Уничтожить рыцарей. Ну беги, беги. Класс. Кстати, собственно, почему я всегда играла за мага? Во-первых, это в какой-то степени изи в том плане, что ты издалека стреляешь по ним. А еще я обожаю меч лунного света. Прямо обожаю. Иди сюда. Что ж они все такие скромные-то? Никто сюда идти не хочет-то подходить-то, а? На тебе красивый череп. А я наоборот всегда играла только за магов. Так, тут где-то еще один бегал. Куда-то убежал. А ты наверх пришел, бедненький. А я тут это спустилась уже. Ну давайте попробуем. Цель. Он такой классный, конечно. Иди за мной. Ой, там этот рыцарь бегает. Откуда он взялся? Я надеюсь, он сейчас уйдет. А то это другого рыцаря пригласила. Который стесняется и не хочет выходить. Слушайте, а он горит. Ой. Вокруг костра. Иди сюда. А! Блин, почти, почти, почти!
Вы хотите сказать, что он сейчас больше не появится, и вот этот меч реально мне упал? Есть его меч, но использовать я его не могу, сил не хватит. Так заносит. Куда ты прибежал? Отличненько. Заменить костер своим трупом. Так. Но нам надо за душами. Так я и хочу подкопить. Мне нужны души. Ой. Я тоже так могу. Отличненько. Отлично. Все отлично у нас идет. Не. Давай, крыся. Я как истинная кошка не могу позволить вам жить. Секьюрити много в чем знает толк. Киса. Киса, кисюня. Мур-мур-мур-муня. Мур-мур-мур-муня. Крови. О, 2000 душ. Ой, там бочки. Бочки, которые ничего не прячут в себе. Нет. Не туда. Нет. Ладно, пойдем.
пойдемте встретим его, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Что он прибежал наверх, а я спрыгнула вниз, вот. Нет! Я жду тебя, мой верный рыцарь. Было неловко. Только не отпрыгивай. Вы отпрыгиваете, я не могу по вам попасть. Давай там не шевелись. А ты шевелись. Пошли. Номиновцев. Ну, может быть, у них баклер, чтобы парировать удары. Ребят раздевать. Так, я пытаюсь вспомнить, как все-таки попасть у нас в Черной город. Нам сейчас надо вниз идти и нижний колокол бить. Вы что-то против имеете? По поводу раздевания, ребят. Хотите, мой персонаж разденется? Там, правда, только кожа до кости, буквально. Мне не хватает даже на стат. Не хватает. Трупы в школьной форме. Ну, извращение наше все, что поделать. Нет! Нет! О! Чуть попку мне не подпалил, ты что? Сюда, родненький. Ой, он куда-то упал. Не модно Dark Souls. Звучит забавно, я посмотрела бы на это. Да, на Твиче, наверное, это все плохо кончится. Не, Вертус, ты зашел туда, куда надо. Было.
что, не предупредишь своего товарища, что к нему сзади подходят и хотят сделать вот так? На твоих глазах. Так, от этой двери где у нас ключ должен быть? У меня персонаж сам решил куда-то пойти. В стену. Конечно. Ну, давайте вычистим этот городок. Может, хватит на души. На прокачаться. Ой, как было больно! Собачки, я вас позвала, чтобы вас убить, а не чтобы вы меня убили. Ай! Она странно прыгает. Победили мы собачек. Сейчас еще будут воры, еще собаки. Да, товарищи воры. Вы думали, я вас не вижу, что ли? Ой, как вас много. Эти собаки зоозащитников сгрызут. Что, не отстаете-то друг от друга-то? Ничего не скажешь. Я тоже так умею. Ну, правда, не совсем так, но это... О! Я хочу надеть твой доспех. Шлем не подходит. Во. А, ну да, логично. Так собаки больше никого особо грызть не будут. Отсюда повыходили. Ой, там, оказывается, лутик валяется. Все. Я хочу вот это надеть.
у нас коронавирус. Я во второй части тоже люблю этот сет таскать. О! О! Чуваки, свой! Своя, точнее. Сейчас еще собаки будут. Вроде бы. Следующие, следующие. А! У-у-у. Напугалась. Не-не-не, ты меня отпарируешь, я знаю вас. Цвет хороший повод для драки, ну да. Собака. Нет, если бы они реагировали бы на голос, они бы меня бы прям толпой бы везде бы ели бы. Получилось отпрыгнуть, да? На топор налетела, ха-ха. В нашем случае бы ели. Так. Ух, как жарко. Пробежали локацию наоборот. В смысле, мужика из бочки не спасла? Ты про колдуна? Я его спасала. Подожди, или я кого-то еще пропустила? Так. А тут стоял чувак. Я его вроде это. Нет, спасибо, что спросил, сказал просто. Я думала, вдруг я еще кого-то не спасла. Он вроде был тут один. А! Как подняться наверх? А тут подняться наверх. Все горит. Восставь солнце. Верно рычит. Соляр все еще тут стоит? Представляете? О, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. Ой, я только сейчас посмотрела в его сторону, какой красивый вид. Father, if only I could be so grossly incandescent. Я тебя проткнула топором, ничего страшного, я надеюсь. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I... Красиво говорит.
красивая картина, но... Давай, вдохни! Вдохни! Рычит он там только. Что, куда он пошел? Он идет со мной сражаться? Я впервые вижу, как она спускается погулять. Ты не собираешься улетать? О! Сколько у него там запасов? Запасов. Я не пойду в твою башню, не надо. Я не осел. Прям чувствует меня. Я хочу перейти вот туда. Так. Да, запуталась в дверном косяке. Я сейчас соображаю, как сюда попасть по-быстрому. Какой самый быстрый вариант туда попасть? Там просто 4000 душ, как минимум один стат. Посидеть. Ну ладно, давай посидим у костра. Тихо. Вот он, кстати, этот чувак. То, что под мостом. Ну ладно. Проблема в первой части Dark Souls, я всегда тут путаюсь, куда и как бежать. Сейчас, по сути, даже смысла бежать-то особо нету.
Почесала тебе спинку я. Они все равно возрождаются снова и снова и снова и снова. И ничего ты тут сделать не можешь. Ну ладно, я не обормоджу. Песики! Сюда, ко мне. Хороший песик, хороший песик. Ну-ка, стой. Хороший песик. Yes. Собачками покончили. Ну, ня еще может быть впереди. Так, тут сейчас будет три вора опять. Ой, что, это работает? Я думала, это только в Demon's Soul работало. Кстати, они и правда идут на череп. У меня есть нож бандита. Да, увидела, и правда работает. И это очень удобненько. А! Нет! Я тебя не ожидала тут! О! Лут в бочке? Какой лут? В какой бочке? Что-то трубы за собой тащит. Сзади справа, в закутке. Нету. Ну все, тут дальше некуда. Я не заметила, спасибо. Душа! Душа, это хорошо. Так, я заблудилась, я заблудилась. Не заметила, проверяла чат, окей. Будем смотреть на это с этой точки зрения.
собака. Ня-ня-ня, я тебя вижу, иди сюда. Это можно сломать? Нет, нельзя сломать. Нет, там все равно не сломать. Тут есть места, которые не ломаются просто так. Отлично. Так, это мы пришли к тельцу. На сегодня все. Доиграем. Какая я самоуверенная. Поиграем еще завтра. Я найду, куда дальше идти. Вот. Сегодня мы победили Черного рыцаря и кабана. Ну, точнее, они сами умерли, но тем не менее мы справились. Вот, спасибо, что были со мной сегодня вечером. Завтра также 8 по Москве. Вот, и. Хорошего вечера и доброй ночи. Пока-пока. Всем спасибо, что пришли. Спасибо большое за стрим. Спасибо за стрим и за лет нежности. Всегда пожалуйста.